Вітаю вас у ефіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Артур Смалякоў. Фармацэўтычны кластар «Саюз медыцынскіх, фармацэўтычных і навукова-адукацыйных арганізацый» створаны ў Віцебскай вобласці. Ён будзе спрыяць развіццю навуковага, тэхналагічнага і вытворчага патэнцыялу рэгіёну ў фармацэўтычнай сферы, фарміраванню сучаснай інфраструктуры для распрацоўкі імпартазамяшчальных і інавацыйных лекавых прэпаратаў. У ліку першачарговых праектаў кластара стварэнне на базе Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта, цэнтра даследавання і сучаснай лабараторы и контролю якости лековых сродков. Соглашение, где наш университет будет участвовать в программе фармацевтического кластера, куда входят российские предприятия, безусловно, наши отечественные фармацевтические предприятия и университет со своей интеллектуальной базой, лабораторной базой по разработке и внедрению новых лекарственных форм. У перспектыве на базе кластера будет створаны проектный центр по подрыхтовке науково-обгрунтованных и экономично-эффективных проектов в сфере фармацевтики и медицины. Аршанскому льнокомбинату будет оказана державная поддержка на сумму свыше 9 миллионов долларов. Отповедное решение принял Совет министров. Сродки пойдут на реализацию инвестиционного проекта, который предугледживает другий этап модернизации предприемства в связи с поширением вытворчести. Грошовый уклад будет выкористан на финансирование проектно-пошуковых и будовничо-монтажных работ, а так само на набытие обсталявания. Сёлета по области 15 экипажу комбайнеров намолотили больше за 2000 тонн збожжа. Сярод их Александр Комаровский, его помощник Владимир Воробьев, сельгаспрадприемство «Альгоуское», якія сёння прымалі віншаванне с перамогой. Дарэчы, это один экипаж у Витебском районе, який перасягнул на молоту 2000 тонн. Зиме сустрэліся у поле наши корреспонденты. Дозвольте к вам звернуться по жаданиям, мар надейных, надей крылатых. Хай ваши хаты обминая боль, примите, коли ласка, хлеб да соль. Гэта першая уборачная для Александра Камароўскага. Дагэтуль шмат год працаваў у гаспадарцы на корманарыхтоўцы. Не адзін раз быў пераможцам на рэспубліканскіх дажынках. І вось першае жніво і адразу такі поспех. Прызнаецца, пашанцавала з памочнікам, хлопец вясковы. Ты і тэхніка не падвяла, загадзя пастараліся як след. Работалось хорошо, погода позволяла работать. Но урожай мог бы лучше, засуха помешала. Ну, для этой погоды хороший урожай. Комбайн ремонтировали, как положено. Ну, и старались выполнять работу. И для помощника Владимира Воробьева сёлетняя уборочная так само упершиню. Сам працуя у городе, на час жнива призвали на допомогу, зауважая, отказность была великая. Помогать напарнику и ремонтами, и по комбайну, ну все приходилось делать. Простоев не было? Не было. Простоев ничего. Каждый день. Техника не подводила? Не, слава богу, не подводила. Работа. Хорошее впечатление, интересно, не трудно. Понравилось, одним словом. Дневная выработка комбайнеров в нашем хозяйстве доходила до 150 тонн за смену. Ну, а так, когда убирали озимые культуры, а они имели, мы на озимых культурах имели урожай до 70 центнеров, то намолот на каждого комбайнера был свыше 100 тонн ежедневно. И вот ежедневно в наши закрома засыпалось 650-700 тонн зерна. Беспрешные лидеры жнива убирают опошние гектары збожжевых, а яны сёлета далі неблагі ўраджай – да 63 центнераў з гектара. Альгоўцы саступілі толькі аграрыям з гаспадаркі Хацілы Агра Пастаўскага района, дзе сабралі звыш 80 центнераў на круг. І гэта нават нягледзячы на засушлівае надвор'е. Галоўнае, лічаць у гаспадарцы, вытрымалі ўсе звёны аднаго тэхналагічнага ланцужка – ад пасяўной да уборачнай, уклаліся ва ўсе агранамічныя тэрміны. Может быть, будем иметь ту самую насыщенную технику, но если она будет ломаться, она вовремя не будет выполнять все мероприятия, те, которые выполняет она, то срыв сроков, это, будем говорить, опять же, то звено в цепочке, которое присутствует. Ну и все эти звенья в цепи, конечно, складывают определенные урожаи, которые мы сегодня имеем в нашем хозяйстве. И во всем этом, безумовно, заслуга механизаторов и специалистов предприемства. И коли на земле господарить працавитые руки, то ниякие капризы на дворье не перешкодят отрымать достойный хлебный каравай. Инна Кириенкова, Кирилл Кайсберг, новины, Витебский район. У Витебской области сегодня завершается формирование участковых комиссий по выборах президента Республики Беларусь.
У склад 848 комиссии вылучены 11 442 претенденты. Больш за 80% из них вылученцы от громадян и представники громадских объединений. Политичные партии делеговали в участковые комиссии 193 человеки. Активность проявили Компартия Беларуси, Белорусская партия левых, Справедливый свет и Республиканская партия працы и справедливости. Название самой активной громадской организации выборчей кампании претендует Федерация профсоюза в Беларуси. Амаль 16% вылученцев у складе участковых выборчих комиссий и ее представники. Акрамя того, каждый пятый внутренний назиральник, аккредитованный у территориальных выборчих комиссиях в области, вылученец от Федерации профсоюзов. Усяго у комиссиях зараз працуюць больш за 100 назиральников. Пераход до профильного навучання у старейших классах – стратегичный накірунак развития системы адукации. Его реализацию обмярковывали на педагогичной конференции у Витебску, у якой принял удел первый наместник министра адукации Вадим Богуш. Наставники подвяли выники минулого навучального года, проанализовали досягнутое, наметили перспективы. Профильное навучання – не абсолютное нововведение, а у республики проведена великая подрыхтоўчая работа у гэтым накірунку. Есть напрацоўкі. Мы нацелены на то, чтобы эта работа делалась, как говорят у нас, померковно, то есть обоснованно, очень взвешенно и с учетом пожеланий как педагогических коллективов, их возможностей, так и детей и их родителей вот, по реализации личностного развития. С директорами мы провели собеседование по организации профильного обучения. Вот сегодня уже предварительно я могу доложить, что порядка 74% готовы к профильному обучению в старших классах. Мы очень скрупулезно к этому подходим. Процент есть процент, но еще за этим процентом должно быть содержание работы. Дарэчы, у новым навучальным годзе Віцебская вобласць поўнасцю забяспечана кадрамі, хапае і выкладчыкаў замежнай мовы і выхавацеляў. Каля 80% педагогаў рэгіёна маюць вышэйшую і першую катэгорыю, 93% вышэйшую адукацыю. Да іншых тем. Такого засушлівага лета не было гадоў 10. Леснікі і пажарныя прыведзены ў рэжым баявой гатоўнасці. Ва ўзмоцненым рэжыме працуе авіяцыйнае падраздзяленне МНС. Пра баявыя будні лётчыкаў-ратаўнікоў у наступным матэрыяле. Яны стаяць амаль на перадавой. З вышыні птушынага палёту лётчыкі першымі могуць выявіць месца ўзнікнення надзвычайных сітуацый. Цяперашняя засуха – гэта прамая пагроза ўзнікнення пажараў у лясах, на сельгасугоддзях, тарфяніках. Штодня супрацоўнікі полацкага аддзялення Беллясавіа структурнага падраздзялення МНС аблятаюць усе лясгасы Віцебскай вобласці. Постоянно у нас в вертолете летчик, летчик-наблюдатель и десантники пожарные. Если необходимо, десантники пожарные высаживаются и помогают. Или же обнаруженный пожар, если он небольшой, его быстрее потушить, пока не разгорелся более крупный очаг. Если что-то очень серьезное, там пожары крупные какие-то, мы поддерживаем связь с МЧС республиканским, уже РЦУ, РЧС. Авиация МЧС, ГАСУ, у них дежурит 3 вертолета с водосливными устройствами, 2 Ми-17 и 1 Ми-26, на случай очень серьезной ситуации для ликвидации. Оперативно. Такой засухи не назиралось с 2002 года, отмечают летчики-ратовники. С 5 жнивня авиаотряд працует во взмоцненном режиме. У поветры с раницы и до вечера. Летать доводится по 6-7 годин. С початку года на территории Витебской области у экосистемах зафиксовано больше за сотню пожаров, из яких каля 40 отбылось именовито у жнивни. 18 числа, 18 августа, в гидрологическом заказнике Ельня был пожар. Площадь ликвидации была 21,7, его это довольно большая площадь. Был сильный ветер и от озера, ну, скорее всего, может, или рыбаки оставили какой-то костер незатушенным, или там непотушенная спичка или сигарета, пошел гореть. От сильного ветра он разгорелся до такой площади большой. Было привлечено очень большое количество людей, работников лесной охраны, местного населения, работников там, местных предприятий, МЧС,
Ну и мы корректировали работу с воздуха. Основная задача у всех служб, у тым лику авиации, не допустить распаўсюджвання огню на буйные площади. У большинстве выпадков с уместными намаганиями отрымливается позбегнуть масштабных пожаров. Зараз на территории Витебской области отзначается высокая пожарная небоспека у лесах. Уведены 4 класс. Лес закрыты для наведывания, а порушение забороны карается буйным штрафом. Александр Камович, Александр Качан, Сергей Пальцев, новини, Полоцкий район. Тем часом ахвярой пожару сухой травы у Полоцким районе стал 60-годовый пенсионер. На присядибном участку почался пожар. Ратовники прибыли на место здарения по выклику соседей и оперативно ликвидовали горение. У винику пожару потерпел господар сядибы. Как высветлилось, мужчина спробовал самостойно потушить подпаленную растлинность. Однако не различил своей силы. За опеками 90% тела он был шпитализован в районную больницу. Однако до отрыманных пошкодж помер. МНС нагадывает, что выпаливание сухой растлинности может стать причиной серьезного пожара, а огню может потерпеть не только маемости, а и сами подпальщики альбо люди, которые выпадково опынулись на месте пожару. И кольки слова об спорте. Две перемоги отримали команды Витебской области на старте международного турниру по хоккею областным центре на призы открытого акционерного товариства «Витязь». Новополоцкий «Химик» с «Казликом» 2-0 обыграл смоленский «Славутич», а хоккейный клуб «Витебск» отправил у нокаут «Могилёв» 4-0. Подробности этого поединка у репортажа Сергея Мисурагина. Хоккейный турнир на призы «Витязя» станет для господаров апошней проверкой сил на передне чемпионата Беларуси, который стартует 3 вересня. На передне наши земляки не смогли пробиться у финал Кубка Салея, а на турнире у Смоленску замкнули турнирную таблицу. В этом сезоне фанатам «Медведев» предстоит познакомиться практически с новой командой. Состав «Витеблян» значно обновился и омолодился. До того ж, цікаво будет убачить, какие концепты гульни будет прививать клубу его новый наставник Юрий Чух. После прошлого сезона, конечно, у нас команда почти поменялась на 80%. Средний возраст сейчас хоккейной команды Витебска 21-22 года. У нас самый старый хоккеист – это Фомин, который 90-го года. По сравнению, что в прошлом году были Страховы, Курилины, которым под 40. Таких уже нет у нас, даже до 30 нету никого. Но будем надеяться на успешное выступление, но задачи те же – попасть в восьмерку. На домашнем турнире перед витеблянами поставлены конкретные задачи. У команды стал проявляться целостный малюнок гульни, але існуют певные пробелы у особных компонентах, а тому приоритетом станут деяния игроков у неполных составах. Сейчас только осталось наиграть кое-какие тактические варианты, схемы, отработать 5-4, 5-3. Сейчас очень много стало удалений. Я думаю, что весь чемпионат будут играть 5-4, 4-3, 5-3. Поэтому работа в основном над такими компонентами хоккея. Тем часом соперники двубоково острыми атаками почали поединок. Шайба практически не затрымливалась у середней зоне, и воротарам работы хапала. В этой ситуации небеспечней атаковали господары. На проканце первого периода яны вышли наперед 2-0. Але до перемоги еще было далеко. Могилевчане активно сопротивлялись и часом перехопливали инициативу. Одиное, чего не хапало гостям, докладности у завершальной стадии атаки. А медведи своих шансов не транжирили и добились виктории с ликом 4-0. Теперь хоккейный клуб «Витебск» чекає поединок со «Славутичем», який заступив у «Хіміку», а на Вополочане проверить натривалість Могилёв. Сергій Мисурагін, Дмитрий Котов, новини Витебск. И на этом выпуск новин завершены. С вами развитываюся. Сустракайте кожную раницу с партнером прогнозу надворья компании «Макдональдс». Доброе утро, Витебск! С 15 по 30 августа «Макдональдс» угощает всех ароматным кофе совершенно бесплатно. С 12 до 3 ночи и с 4 до 10 утра. «Макдональдс», когда утро начинается с подарка. В ближайшие сутки по области чекается переменная облачность. Первоважно без опадков. У особных районах туман. Ветер переменных напрямков 3-8 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 8-13, днем 23-27 тепла. У Витебску так само чекается переменная облачность без истотных опадков. Температура по ветру ночью плюс 10-12, днем от 24 до 26 градусов со знаком плюс.